Массовая авария накануне произошла в Нижневартовске. Здесь столкнулись 4 иномарки – Kia, Subaru, Nissan X-Trail и Nissan Tirana. По предварительной информации, водитель Kia, перестраиваясь влево, не уступил дорогу Subaru. От удара иномарка выехала на встречку и врезалась в стоящий X-Trail. По инерции машину откинула на другой Nissan. В результате ДТП пострадала водитель стоящего автомобиля. Всего же за сутки югорские полицейские зарегистрировали 3 аварии, в которых 3 получили травмы – 22 водителя привлечены к ответственности за выезд на встречку, еще 26 за нарушение требований к перевозке детей. Кроме того, 9 человек сели за руль под шофе.